Всем привет, дорогие подписчики! С вами, как всегда, Миша. И догадайтесь, кто я за 3 секунды. Я Артём, новый участник. Мы сегодня посмотрим. Будем смотреть Угулхас Вилли. Наш отель на Угулхасе. На Мальдивах. На Мальдивах, на острове Угулхасе. Проходим, значит, такой вот номер. Вон там сидит Чикенмен. Чикенмен со соем. Вот тут самый главный Ахмед. А вот тут диванчики, все короче. А там время всех городов. Я не знаю, короче. Пойдем. И вот, а тут у нас кухня. Кухня. Тут у нас две только для... Для каких-то... Staff only. Написано store staff. Это тоже... А нет, это 101 номер. 101 номер. Дальше мы туда не можем зайти. 102 номер. Ну, это мой номер. Это мой 8. 102. 103. Угу. 103. Ну, у нас тут 103. Там живут поляки. Да. И вот номер Миши. Ага. 104. Вы все любите оливковое масло, как я знаю. Uh-huh. Да, конечно же, это оливковое масло. Сколько там? 125 миллилитров. Миллилитров? Чего? Не заходите стол в номер. Там... У нас тут реверанс. Стол у нас дома. Я там занимаюсь квестом. Пойдем. Показываем 106-й. А где 105-й? 106-й. А где 105-й? 105-й. 104-го, 105-й. 105-й. Там еще никто не заселился, а нет. По тапочкам видно, что кто-то заселился. Тут можно вырубить им свет в квартире. 106-й. Будет. Самая отличная квартира в мире. Там длинный коридор, вот тут кроватка, вон там туалет. Все такое. Теперь пойдем 107. Берегите канале. Сюда. Есть. Тут мы всегда едим такой на свой обедик. Самый последний 107. Спросите, кто такой Фарид? Он там сидит. С Чикенменом. Это сой. Фарид, убирай сейчас у нас в номере. Могу сказать, я все запомнил. Вон там туалет. Вот тут, вот там телек. Тут кроватка красивая. Тут шторки красивые и все. И туалет. Я ему говорю. Тут у нас такие столики, где да, все обедают. А 107 обедает вот тут. И ужинает, и завтракает. Ужину, завтраку, тут обедают нас на этих столиках. Ну, у нас тут еще рассказывают. Маленькие вилки. Большие вилочки. Да, ну все такое у нас тут. Угу. Тарелочки, стаканчики для сока. Вот такие у нас тут напитки. Чай Липтон. Вот кофе. Сахар. Сахар для чая. Который он обожает. Ага. Кофе. Это кофе можно сделать. Арбузики. Рис. Макароны. Пончики в томатном соусе. Не знаю, рис какой-то еще, какая-то подлива, это рыба, салатик, суп из капусты, суп из капусты и суп из томата. Из томата. И все у нас тут. Тут у нас. Ну, можно куда-нибудь сойти, поплавать с мантами, порыбачить, сделать ужин.
красивенький. И вот тут... я, например, плавал с мантами и рыбачил. Ребята, вот тут. Ребята, дорогие подписчики, вот у Кулхаса, где мы сейчас. А вот самый большой остров. Тоду. Тоду. Самый большой остров в нашей области. Подписчики, золото это, если что, острова. Вот это синее, не обращайте внимания. Какие-то рифы. Да. У нас тут. Короче, я вот тут на фишинге был, на рыбалке. И еще где-то с мантами плавал. Где они? Во! Видел их. На планктон приехали. 70 баксов стоило. Да. А вот тут можно красивый себе ужин сделать. Романтический какой-то. Да, а тут акулка. В болоте каком-то. Угу. О, черепаха! Так, тут у нас тоже рыбалка. Кстати, я на рыбалке 7 рыб поймал. Ну, весь катер, короче. Тут у нас... тут у нас спортфишинг, то есть там спорт это, спортик какой-то. На такой крутой лодке, да, которая... да, спортивной, спортивной. И... да. Это же та рыба, которая отравляет. Троллинг, для троллинг, как называется. Для ее плавника дотронешься и все. Минус 3. Потом, тут у нас острова по инсулам понял. Ну и так все. Пойдемте дальше смотреть. Тут у нас... это 105-го балкона. Ага, 105-го балкона. Вот ну... тут у нас мусорка, умывальник. Тоже мусорка. Ластер. Такой у нас умывальник. Трубка. Два мыла. Бамбук или что это? 24. Пальма. И такие у нас тут. О, коралл. 105 у нас коралл, да, Артём? А на моем столе есть коралл с именем Крис. И где он приехал? Его зовут Алекс, а приехал он с Севастополя. Могу показать. Идемте, ребята. Ой, потерялся, не было. Нет. Он у меня был. Его, наверное, тараканы стащили. Да, я видела, видела. Ну что, давайте какой-нибудь... смотрите. Пока-пока. Смотрим эту зону. У нас длинная зона. Длинная? Мы можем выйти посмотреть магазин напротив, если ой, хотите. И тут у нас такой круг. Вот наш папа с зайкой. Можем сходить до пляжа, чтобы было видно, что пляж близко. И тут у нас быстро. Вот тут у нас красивый магазинчик, видите, дайте я загляну в магазинчик на минутку. Идем дальше. Так, потом у нас тут какой-то штук, мотоцикл. Так, так, это, кстати, чикен. А там центр дайвинга. Да. А вот тут, а вот мотоцикл Ахмеда, начальника, и чикенмена. Так, идем. Но они двое пользуются. Идем. Дайвинг-центр. Да. Кто там у нас, русский дядя, да, работает? Да, он где-то сейчас тренируется в море. Потом у нас тут какой-то старый магазин с почтами. Ну, это, да, скорее всего, скоро откроется. Да, тут у нас какая-то лестница заброшенная. Ну да, так у нас тут заброшенная. Ну как вот один раз на полку. А вот тут у нас где вот... смотрите, хотите прикол? Ребятки, ребятки, хотите прикол? Чикен. Мэн. Ну, а теперь... курица с того. Ой, так-так. Ой, так-так. Теперь мы... так, потом. Это центральный пляж. Там бар, как вы видите. Сейчас дойдем до туда. Давайте я поставлю на паузу, мы дойдем. Давайте 15.01. Мы видео снимем. Вот, короче, тут лимон. Тут, если что, у нас фреш. Лимоновый мохито есть. Потом...
манго, из кокоса, потом из папайи, из апельсина, из какого-то passion fruit, наверное, это маракуйя. Потом там всякие кока-кола, фанта, спрайт, все такое, и мохито. Теперь заходим в магистральный пляж. Потом, это, если что, обзор Мальдив, острова Кулхас. Качание с Максом! Там у нас море, вот мячики, чтобы с дельфинами играть. А вообще-то у нас тут океан одинский, ну пойдем. Ну там с дельфинами играют. Тут у нас какая-то маленькие качельки какие-то для крапусечков. И для тебя почти. Ты больше? Так, тут еще какие-то массажи. Ага. А зачем мы сюда не пришли? Я могу прочитать, ладно. И тут у нас... Тут запрещенная, запрещенная. А тут сиропы. Вот тут у нас сироп. Какого-то брюка, ракус. Из клубники, из мохито, из лимона, из синего киви, из ванили, из хрен минт и из арбуза. Больше жидкости в мохито. Вот мы и пришли. А вот тут водка. Вот он чисто путь отправил. Вот тут у нас лопатка какая-то заброшена. Раньше мы делали клетку для крабов-ошейников. Да. Слушайте, ребятки, у нас это ущелье тупик, потому что тут песок, а тут тупик. Ущелье тупик. А тут кто-то хотел построить этот, как его, шалаш, но не получилось что-то. Я сейчас туда залез. Тут у нас кошелка. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, любимые. Сейчас посмотрим кинотеатр. Какой кинотеатр? Привет. Где моя подруга? Ой, привет. О, какие глаза смотрите. Закончили. А что теперь... это за кинотеатр, про кого Карик? Да, слепи. Вот он. Тут написано. Вот. Написано. Что написано? Читаем. Тут написано Special Day. Special Day. Coconut buy. $2. For $2. Угу. Теперь пойдемте прогуляемся по целому. И вон там тоже есть пляж. Да. А тут, кстати, тут бесплатно кокосы продаются. Да. Можно его халявно взять. А вон там они стоят 45 рупий. Зато вкусные еще ложки креативные. С кокоса самого. Просто часть отрезают. С кокосы! Ложка тебе. Стойте! Вот нашим. Ну, как та газета, как у Кулхас. Да, и вот написано у Кулхас Вилла. Подойдите поближе, у Кулхас Вилла. Это наше, где мы живем. У Кулхас Вилла. А вот какая-то белочка пила. Белочка? Так, вот тут у нас номерочки. И вот, короче. Ну все? Ну все. Пока-пока на сегодня? Нет. Да в смысле 15 минут. Уже 15 минут? Да. И еще у нас... Давай еще одно. Давайте потом снимем. И еще у нас такая тут грязная река. Пока. Пока. До свидания всем. Всем пока, подписчики. Что надо сказать в конце? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчики. Всем пока. На красную кнопочку нажимайте.